Итак, всем привет! Сегодня у нас 23 апреля 2016 года. Ну вот мои бахчевые, вот арбузы. Ну вот, начали наклевываться. Вот семидольки. Вон прям семечко. Арбузные. Всю рассаду я перенес во второй дом. Там томаты, баклажаны, перцы, табак. Всякие там пряности, базилики, сельдереи. Полно, короче, всего там. Лекарственные тоже травы. Вот, освободил место под этот. Под арбузы, под дыни, под огурцы, под кабачки, под тыквы. Как подвой. Буду прививать. Вот у меня пустая полка, это под подвой. Под эту, под лагинарию. Сейчас она мне наклевывается, прорастает. Вот тоже здесь дыни, тоже арбузы. Здесь тоже полка, тоже бахчевые. Здесь тоже пока глухо. Это вот огурцы взошли, вот. Тоже буду прививать часть так. Вот, кстати, если вот семечко есть, допустим, не раскрывается, то есть можно это сбрызнуть пульверизатором и вот так вот снять. Вот и все. А то будет плохо развиваться. Вот еще баклажаны тут, перцы. Это вот базилик посел такой карамельный, красный. Будет попозже у меня. Тут тоже вот. Это вот тыкву начали всходить. Это обыкновенная тыква. Вот, спрыснул прям и снял. Вот прям. Опа! И все. Скоро делать прививку. Ну, всем до скорых встреч. До свидания. Пока.